Приветствую всех на канале Маткавод. С вами я, Ивбак Игорь, моя любимая жена Машенька. Машенька, привет. Так, друзья, сегодня 22 октября, и я чуть-чуть забыл про наш контрольный улей, который мы должны были свешивать 20 числа. Два дня мы перетянули. Ну, ничего в этом странного нет, и мы сегодня это свесим. Напомним, что контрольный улей свешиваем уже второй год подряд. Исходя из первого уля, знаем, что за зимовку, за 6 месяцев зимовки они съели около 6 килограмм 700 грамм. Для хорошего анализа решили делать данный эксперимент в течение 3 лет. Это у нас вторые получаются замеры. И вот уже прошел первый месяц нашей так званой зимовки, можно сказать. Зима же еще, конечно, не наступила, еще осень на дворе, но тем не менее пчелы сидят, никуда не летают, ничего не носят. Уже, можно сказать, они в стадии зимовки. Они, конечно, еще не в клубе, но тем не менее. Погода у нас стоит, ночью опускается градусы где-то до 5-7 градусов тепла. Днем же доходит аж до 25 градусов жары. Тепло очень, пчелы очень-очень вообще неохотно летают. Несмотря на то, что у друзей, у коллег, у многих знакомых, и даже по видео, судя, у многих людей летают, есть много расплода, носят пыльцу. Ну, не знаю, если бы у меня данная картина наблюдалась на пасеке, я бы, конечно, расстроился, так как в этом ничего, на мой взгляд, нет хорошего. Ну и будем свешивать. Посмотрим, как сидят. Свешиваем мы без кирпича. Сидят. Сидят нормально. И сейчас увидим, что по количеству корма, друзья. А, я в прошлый раз что, не поднял? Да, не поднял, наверное, как его сказать? Ну, замок или как это сказать. Так, или у нас полинка ту игралась. Но ее будем свешивать. Вот как я ровно. 30,5 будет. Да. 30,5. Видно, Машенька? Покажи. 30. Ну и 500 грамм. Угу. И 500 грамм. Так. И идем увидим, что у нас, значит, получилось, друзья. Значит, у нас получилось... дату исправим, пускай она будет так, как соответствует, 22, значит, у нас получается 30 500. Получается, значит, за последние две недели они съели 550 грамм. 550 грамм. Исходя из первого месяца, из 19.09 по 22.10, получается, друзья, они съели килограмм 350. Если брать, друзья, первый месяц в прошлом году, из 29 килограмм стало 27,750. Получается, килограмм 250 съели. Тут же у нас килограмм 350. Эта семейка идет чуть-чуть больше зимовать, нежели в том году. Та семейка сидела на 7 рамках. А в этом году идет на 8 рамочках. Соответственно, чуть пчел больше, может, из-за этого они съели чуть-чуть больше корма. Так что пока идет все по планам. Все, друзья, больше тут сказать нечего. Будем дальше наблюдать. Тут только анализировать, смотреть и надеяться на лучшее. На этом, друзья, будем заканчивать. С вами были мы. Подписываемся на наш канал, ставим классы. Кому не нравится, дизлайки. Все, всем пока-пока.